Всем привет! Это видео, скорее всего, для ребят, которые, как и мы, проводят летние каникулы в деревне. Едем на первую в этом году рыбалку. Мы ловим рыбу на деревенской речке одни, без взрослых. Два раза мы ходили неудачно. Посмотрим, как сложится рыбалка сейчас. Ловим на обычную поплавочную удочку и на навозных червей. Погода в этом году в начале июня неустойчивая. То сильные грозы, ливни, то солнце припекает. Речка мелкая, с сильным течением. Вода после половодья и дождей еще мутная. Будем ловить того, кто клюнет на поплавок. Накануне накопал червей возле дома. Навозные черви такие живчики. Рыбки, мы вас точно поймаем, тут даже сомнений нет. Ого, Влад только забросил, я не успела снять. Тут была поклевка, короче, на червяка тут же в один миг. Это кто вообще? Это сейчас. Клейка? Вот прям за считанные секунды поймали, только насадили червяка. Это была небольшая плотвичка, очень похожая на уклейку. Но особенность уклейки в том, что ее чешуя легко отделяется от тела при соприкосновении с твердой поверхностью. Рыбалка – отличное время, чтобы понаблюдать за природой. На водоемах в июне оживленно. Утки занимаются выводком, по берегам заводят песни и плещутся лягушки. Рыбу ловим, чтобы покормить семейство диких котов. Уже две рыбки в копилке. После второй плотвы наступило затишье. Таня решила на хлеб половить уклейку, но эта рыбка только дразнила и съедала весь хлеб. На уклейку нужен очень маленький крючок. Ждем уклейку. Так. Ждем, мне кажется, его уже съели. А мне тут не кажется. Так. Видишь, что вырубили? Вижу. Так. Рано вытащу. Так. И, как всегда, хлеб исчез. Вот такая у нас получилась рыбалка. Поймали две рыбки в первые 5 минут. Наш небольшой улов по традиции отдали деревенским котам. Они всегда с удовольствием лакомятся свежей рыбой. Всем удачного клёва! Пока-пока!